think the girls with their nails done now. Всем привет, дорогие друзья, это с вами по-прежнему североамериканский кролик Зануда, и мы продолжаем с вами обозревать заводы и творчество, и фабрики, и все, что сделали мои замечательные дорогие подписчики. Спасибо вам большое. Вы, короче говоря, если бы не было вас, не было бы и Satisfactory на канале, потому что мне пока поднадоело самому играть, а ваши заводики как луч света в темном царстве, как практически... Ромео для Джульетты, как, не знаю, там, мыши для сов, все что угодно. В общем, ладно, не суть. Прислал мне фабрику Владимир. Кстати говоря, все остальные, которые мне прислали, тоже будут. Я буду просто по мере обозревания буду их выпускать, короче говоря. Там раз в день, раз в два дня, как получится. В общем, Владимир прислал мне данные сохранения. 791 час тут наиграно на сохраненке. Не знаю, сколько на самом деле. Сейчас мы это примерно прикинем. Значит, это у нас АЭС. АЭС на отшибе. Либо отшибленный АЭС предлагает назвать Владимир данные сохранения. Я думаю, что отшибленный АЭС — это прекрасно. В общем, тут помимо АЭСки есть еще некая башня, на которую надо смотреть ночью. Потому что там некая дикая подсветка из 900 фонарей. Но из-за нее, что не мудрено, лагает, говорит Владимир. И он думает ее нахрен снести и спрашивает, что я об этом думаю. Я думаю, что 900 фонарей — это забористо. Ты прям забористо берешь. Надо сделать рубильник, когда хочется полагать, типа, это... Полюбоваться, рубильник дергаешь, любуешься. Потом рубильник дергаешь в обратном направлении, и все пропадает. Я бы так сделал. В общем, фабрика у нас такая, где-то хочется увидеть АЭС и, может быть, еще какие-нибудь две аккумуляторные фабрики, которые тут где-то есть. Где они есть, я не знаю. И, собственно, наверное, в общем-то, и все из того, что у нас есть в сопроводительном письме. Что ж, поехали, посмотрим. Ну, а чтобы поехать и посмотреть... Ух ты ж, Mother of God, это ж Кремль. Не знаю, правда, какой. Не московский, не знаю, какой-нибудь. Какой-то Кремль. Поставьте на паузу, напишите, какой это Кремль. Потому что я вообще не знаток российских городов. Я, кроме как в Москве и в Туле, в которой я живу, в Кремлях, как бы и не был. Круто, черт возьми, смотрится. Так, ладно, давайте... Ух, ваша матерь божья. Давайте сначала посмотрим, что у нас есть поблизости. Кроме дрон-станции, которая перевозит что-то. Но в данном случае нам не важно, что они перевозят. Мы сейчас коварно зайдем через стекло. Хоба-на, вообще никто не ожидал. А мы взяли это и сделали. Так, тут у нас небольшая макаронная фабрика присутствует со складами. Ну, это такая, конечно, не очень сильно макаронная. Я бы дал максимум 3 итальянца из 10 на данной макаронной фабрике. И это, судя по всему, еще и какой-то... Что-то очень много утилизаторов стоит. 2, один из которых не подключен. Ну да ладно. Значит, идет цемент, и все, только цемент идет. Да вообще, подожди. То есть, получается, все, что лишнее. То есть, не цемент этот, как он называется-то. Ну, в общем, вы поняли, известняк. То есть, получается, что все, что не идет на производство, прямиком уходит в шреддер. Интересно, почему только одна вот эта вещь? Ну, ладно, неважно. Пойдем пролетимся, посмотрим. Мне просто всегда, когда попадаю на чужие фабрики, хочется разобраться, а что тут вообще к чему. Таким образом, мы нашли в свое время на одной из фабрик шину, по которой шли все ресурсы, за которой было очень наблюдать занимательно. И здесь примерно то же самое. Это получается у нас круговая шина, да? Нет, не круговая. Это просто шина, которая где-то здесь заканчивается. Она не круговая, она имеет начало и имеет вполне себе фиксированный конец вот где-то вот в этом месте, да? Хотя не, погоди, кот наверх уходит. Ладно, давай сначала посмотрим, откуда она идет, данная шина. Потом, куда она идет. Ух. Так, потом еще туда слетаем.
явно выделяющийся на фоне. Так, во-первых, у нас здесь есть энное количество электростанций. Сейчас посмотрим, кстати говоря, а то мне всегда говорят, к столбу не подлетел, ничего нам не показал, как можем тебе верить, сова всех обманул. В общем, производится у нас 250 гигаватт, максимальное потребление при этом в 2,5 раза меньше, а на данный момент потребляется вообще всего 66. Вот, короче говоря, запасом при запасом все это сделано. Прям запас, запасище запасовский. Идет огромная такая вот, ну, ладно, не самая большая из тех, которые мы видели, но хорошая такая уверенная в себе шина. Между прочим, еще и с трубами, из которых идет нефть. Всякие базовые ресурсы. Здесь кварцуха, катырюха, чуть такой известняк, медь, все на свете, в общем. Так вот все это дело подходит по линеечке, и по этой же самой линеечке идет дальше. Здесь есть отбивка из бочек. Отбивка из бочек, судя по всему, с нефтью. Не, ни хрена я не угадал. Так, секундочку, снизу приходит вода. Так, секунду. Это этот самый, топливо, да, которое сжигается. А откуда оно берется? И здесь уже топливо. Какая-то очень странная конструкция. Я даже не сразу понимаю, в чем тут суть. То есть оттуда она перекачивается назад и оттуда только качается. То есть где-то там должна быть нефтепереработка, получается. Тогда. Таким образом. Просто очень странно, что она потом уходит назад по той же самой этой. Ну, ладно. Автору виднее, просто я на некоторое время завис. Так, ладно, подходим наверх. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас какая-то некая переработка меди в медные пластины. Здесь же у нас делаются... Что такое? Ага, так. Что у нас тут еще производится? Схемы здесь... Здесь, походу, производится вообще все на свете. Катрийная проволока здесь делается. Где-то рядышком делается резина. Так, еще есть этаж выше. А на этаже выше у нас делаются статоры. Что это такое... Микросхемы или как они там называются, платы, еще платы и что-то еще. Что у меня такое ощущение, что вся вот эта вот штука нужна просто для того, чтобы было где ресурсы забирать. Ну, не знаю, на самом деле, для чего она нужна. Но, по-моему, это штука, в которой делается... Everybody dance now, туц-туц-туц-туц-туц. Да, нехорошо дрончику стало, походу. Тверкает. Дрончик тверкает. Ладно, пока у нас дрончик тверкает... Мы пойдем туда, куда, собственно, нам и надо сходить, естественно. Вот в это вот... Как интересно, они еще летят одним маршрутом. Хм. Никогда, кстати, у меня столько дронов нет. Никогда не обращал на это внимания, что они летят примерно... Или это дроны... Нет, из одного это дроны не могут быть. Ладно, мы потом туда слетаем, посмотрим, куда эти дроны летят. Ну что ж, башня Кремля... И это, по всей видимости, переработка у нас. Это должна быть финальная стадия переработки. И где-то вот здесь вот, чисто гипотетически, плутониевые элементы должны заходить вот в этот шреддер. Если мы сейчас отловим хотя бы один плутониевый элемент. Отловим, интересно, а хоть один плутониевый элемент, они долго делаются? Ладно, видимо, не отловим, проще вот так вот будет сделать. Да, здесь делается у нас плутониевый стержень, делается она очень долго до этого. 240 секунд изготавливается один. И потом все это дело утилизируется. То есть, да, у нас ядерка с утилизацией. Вот это у нас финальная точка этой самой утилизации. И через вот такие вот блоки. Тут, походу, вообще все блоками устроено. Да, потому что по две штуки их в итоге потребляют. И, видимо, я так подозреваю, до них находится как раз необходима вся цепочка, которая полностью это дело перерабатывает. То есть, грубо говоря, кусочками сделано. Раз кусочек, два кусочек, три кусочек и четыре кусочек.
Причем здесь сделано отзеркалено, а по бокам сделано... по бокам тоже отзеркалено. То есть, если так посмотреть, получается полностью зеркальная штука, скорее всего. Ну да, получается прям полностью зеркальная штука. Респект. Респект от пацанов за ровность и зеркальность. Нас такое любят. Блин, слушай, здесь даже смотреть ни на что не надо особо. Прям просто лети и лети себе вперед. Мы так и поступим. Мы просто полетим и будем наслаждаться визуальной симметрией. Походу, симметрично вообще все, включая даже покрашенные элементы. Шикардос. Шикардос. Такая зеркальность, это прям вообще прикольно. И здесь, походу, тоже все зазеркалено. Зазеркалено, плюс теперь понятно, почему место такое. Здесь еще и качалки встроены в это во все, а не отдельным блоком. Дронов вообще мое почти. То есть сюда, получается, все доставляется дронами. Вообще все. Надо, кстати, посмотреть. Так-то похоже, ну, может быть, не полностью, а может и полностью. По всей видимости, вся ерунда, которая идет сюда, она полностью на дронах. Ладно, давай пролетим сюда, посмотрим. Визуальная гармония. У тех, кто специалист по визуальным гармониям, сейчас должен случиться экстаз просто от такого. Ну ладно, пролетим дальше, посмотрим. Мы сейчас найдем какой-нибудь синхронный этот. По-моему, мы нашли синхронный. Вот здесь вот две башенки, а здесь одна башенка сбоку. Но здесь зато эти дрончики. Дрончики, раскрашены они, по всей видимости, по цвет ресурса, который они доставляют. Угадывать мы не будем, что есть что, просто для себя отметим, что вот есть такая вещь. Слушайте, ну прикольно. Прикольно, что я не знаю, надо ли рассматривать детально, что здесь где находится. Потому что кто-то кричит, что не надо, кто-то кричит, что надо. И мне никак так и не удалось, короче говоря, сбалансировать крики одних и крики других. Поэтому давайте, ладно, визуально мы посмотрели. Давайте сейчас я еще визуально покажу. Для тех, кому детально не интересно, мы, наверное, получим... Пойдем по простому пути. Мы сначала покажем визуальную составляющую, а потом посмотрим, как это функционирует детально. Вот такая вот штука у нас. Во. По-моему, смотрится прикольно. Плюс еще несколько дронов выведено туда. Теперь давайте посмотрим на функционирование этого всего, что у нас тут вообще есть. Катерюга. Ну и, по всей видимости, получаем. Мы сейчас, кстати говоря, кривую посмотрим. Здесь вот. Ну, продакшн, в принципе, вроде как нормальный, ровный. Если продакшн нормальный, ровный, значит, получается, что вся эта система работает без сбоев. То есть, из этого мы делаем логический вывод, что дронами можно доставлять необходимое количество ресурсов, чтобы все это без сбоев работало. Вывод для себя сделали, поехали дальше смотреть. Короче говоря, дроны. Дроны у нас висят. А, они даже не висят. Дроны у нас даже на колоннах сделаны. Тут добротно все, слушайте. Дроны не висят на добротных колоннах. Вот это вот все сделано и выходит в итоге на шину. Выходит на шину, которая пошла вот здесь вот кружиться в итоге по заводу. Так, шинка, шинка, шинка. Я вовсе не медведь. Часть этой шинки заходит вот сюда, с одной стороны. Часть идет дальше. Здесь у нас обрывок колонны, который, я так подозреваю, просто еще не доделано, но доделано будет. Здесь у нас сходится другая шинка, и начинаются базовые элементы для переработки этого всего. И в оконцовке эта шина идет дальше, где точно так же поворачивает. И здесь отзеркальная часть такая же, как там. И здесь у нас из кварца делается... Как это порошок называется, забыл. В общем, порошок. Из кварца делается кварцевый порошок. Дальше вот такая вот штука. Изогнутая штука. Я думаю, что это тоже сделано из визуальных соображений, потому что все остальное ровно. Так что, скорее всего, здесь просто сделано вот... И, кстати, можно это подправить, наверное, даже было бы. Вопрос только нахрена, а главное зачем. То есть, если очень захотеть, можно, конечно, подправить через микроменеджмент, но я думаю, что даже не нужно этого делать. Так, поехали дальше. Здесь у нас делается проволочка. Заходит сюда проволочка со схемками. На выходе у нас получаются платки.
Платки эти уходят туда дальше. На что они уходят? Так, куда у нас уходят платки? Платки у нас уходят просто... Ну, здесь дальше никаких шин нет. То есть по шинам у нас идут только базовые компоненты, все базовое сырье. А все остальное распределяется уже непосредственно от одной цепочки производства к другой цепочке производства. Так, здесь у нас пришли пластины. В итоге получилось... Что у нас тут делается? Сейчас узнаем. Здесь у нас делаются кварцевые резонаторы. Кварцевые резонаторы делаются. Дальше пошло, что у нас тут есть. Обетонированные уранные ячейки. Здесь, наверное, где-то уже эти самые урановые стержни, да, должны делаться. И вот оно пошло. Есть промежуточные бочки на всякий случай, чтобы не было перепадов по воде, если вдруг что-то пойдет не так. Насос туда накачивают. И пошли стержни. Да? Ну да. И здесь такая же история с другой стороны. Запихиваются стержни, и потом дальше из этого всего пошла отработка. Так, летим дальше. Подтормаживает только мальца. Местами даже не мальца. Так, вот у нас поехали отходы. И там зеркально с другой стороны у нас тоже поехали отходы. Отходы поехали. Вот они едут-едут. Едут-едут отходы. Едут-едут отходы. Где-то сейчас эти отходы... Отходы у нас едут в самый дальний конец, где они будут уже у нас перерабатываться. А до этого момента начинают производиться необходимые компоненты, нужные для переработки этого всего. То есть примерно вот так вот можно прикинуть, что здесь где есть. Всякие кислоты делаются, всякие базовые компоненты, типа вот медных пластин. Из этого всего все это собирается на шину и уходит вот туда дальше. И по всей видимости кислота у нас тоже, наверное, уходит куда-то туда. Хотя нет. На этом этапе все заканчивается, а отсюда уже должны выходить, я не помню, как они называются. Сейчас мы узнаем, как они называются. Они называются какие-то там... Да, нерасщепленный уран они называются. Вот отсюда у нас хреначе нерасщепленный уран, и дальше пошел этот нерасщепленный уран в ускорители и так далее, и тому подобное. У нас пошло в сохранение, поэтому вернемся скоро. Хоп, волшебная монтажная склейка, и мы с вами вернулись обратно. Идет нерасщепленный уран, поехал. Здесь он тоже у нас поехал в ускоритель. Сейчас он здесь волшебным образом ускорится, и дальше все пошло уже на плутоний. И где-то здесь, но мы, наверное, не дождемся, потому что дождаться очень сложно. Раз в 240 секунд отсюда выезжает плутониевый элемент, который в итоге уходит в шреддер, и был таков. Короче, вот такая вот адская мега-штука. А с другой стороны, то есть с одной стороны у нас вещи, которые необходимы на базу ядерку, с другой стороны находятся дроны, которые необходимы для переработки этого всего. То есть туда одни ресурсы, сюда другие ресурсы. И вот они, получается, два блока. То есть до ворот, если отсюда смотреть, по левую сторону от ворот, это ядерка, по правую сторону от ворот, это переработка того, что осталось от ядерки. Вот можно, кстати, примерно прикинуть, что разработчики нам придумали в очередном патче. То есть до патча номер 4, почему я так подробно рассказываю, потому что меня смотрят люди, которые наиграли там по 50, по 70 часов, они еще пока не понимают, куда они попали. А некоторые вообще только начинают. Короче, раньше существовала вот такая вот цепочка. Она, правда, была чуть побольше, потому что там были немножко другие рецепты. Вот такая вот примерно цепочка. А потом разработчики в четвертом патче добавили нам еще вот такую цепочку. То есть теперь для того, чтобы получить максимум энергии, вот эта фигня должна заканчиваться не утилизатором, а опять же вот такими вот штуками. Но тогда производятся те отходы, которые утилизировать нельзя. Если вы хотите отходы утилизировать, тогда вам надо вот строить вот такую вот балалайку для вот такой балалайки, чтобы вот это... Ну, вот эти отходы утилизировали здесь и сжигались в итоге в виде плутониевых элементов. Так, вроде ликбез мы прошли, теперь надо пойти к башне. Так подозреваю, как раз именно та башня, которая где-то подсвечивается и в данный момент не работает. А что у нас с днем? Нам надо туда прийти ближе к вечеру. Ну, пока я туда долечу, наверное, ближе к вечеру и поступит, поэтому делаем монтажную склеечку и возвращаемся. Правда, по дороге к башне я обнаружил здесь еще один таинственный куб. Он настолько таинственный, что тут нет ни одного стекла. Поэтому я хотел бы посмотреть, что в этом таинственном кубе скрывается. Поверх таинственного куба у нас просто вот такие вот дрон-станции загнаны заподлицо, что называется. Ну что ж, пойдем посмотрим, что внизу.
Угу. Здесь у нас элементы, которые питают и запихивают что-то в дрон-станции. А это, походу, у нас... Да, здесь у нас делается проволока. С другой стороны, аккумуляторы для этих же самых, видимо, дрон-станций. Скорее всего, это, наверное, в принципе, обслуживание для дрон-станций. Есть такое подозрение. Здесь у нас чуть пониже делается алюминий, дюралюминий. И еще ниже делается пластик, излишки которого весело утилизируются в шреддере. И еще чуть пониже мешается всякое. И здесь что-то такое, что-то топливо. Это смола, что ли, что тут делается? Ну-ка, не пойму, что там. Что-то не пойму, что тут такое производится. Да, здесь делается полимерная смола. Ладно. Вот такой вот кубик мы еще с вами разыскали. Пойдем отсюда вылетим и продолжим наше триумфальное шествие вот куда-то вот туда, к мегабашне. Так, ну, потихонечку до башенки я добрался. Потихонечку добрался я до башенки. Вот такая вот у нас башенка. И это, походу, дрон-башенка, судя по всему. Да, где-то здесь сбоку. Вот что-то, кстати, такое я хотел когда-то сделать у себя для моей базы. Для того, чтобы обслуживать, так сказать, весь заводик, и можно было все это дело забирать. Здесь есть некая дрон... Да, дрон-станция, которая, походу, пока еще особо никуда не ведет. Хотя не ведет. Я хотел сказать, что это никуда не ведет. Хрен там был. Вполне себе ведет. Внутри сделано производство. И сделано оно, видимо, слоями, я так подозреваю, да? То есть здесь еще чуть повыше что-то производится. А, ну здесь все красное еще. Недоделано. Так, это у нас еще недоделано. Давайте-ка мы как-нибудь так вылетим, чтобы... Чтобы вот так вот можно было подниматься. Угу. Так, у нас еще выше производство. Еще выше производство. Еще выше производство. Здесь, правда, летающие ящики обнаружены. Летающие ящики detected. Здесь, походу, будет что-то потом. Здесь будет еще что-то потом. И еще что-то потом. Это как-то закончится вообще? Так, ладно. И еще что-то потом. И еще. И еще. Надо ускориться. И еще. И еще. И еще. И потом немножко еще. И еще немножко. И потом чуть-чуть. И вот мы... А, нет, хрен там был, нет. Или наверху. Не, подожди, еще что-то выше есть. Очень, правда, плохо видно, что здесь. Кстати, этот туман, да, можно отключить, я знаю. Наверняка кто-нибудь напишет, что туман можно отключить. Охренеть, мы забрались на самую верхушку. Слушай, прикольный кадр. Надо сохранить себе. Просто посмотрите на это. Э? Круто? Не припомню, чтобы я забирался на такую верхотуру. Но вообще, конечно, такие башни строить, это противозаконно совершенно. Ладно, нам надо спуститься вниз. Если что, я сейчас спускаюсь. Если я отключу туман, то у меня очень сильно просят FPS-ки, потому что туман, помимо всего прочего, еще немножечко скрывает всякое. С отключенным туманом, блин, мотать-ка же на высоты. Ну, высоты она так приличная получилась. Это вообще самое высокое здание, которое здесь есть. Значит, вот эта вот штука должна еще светиться. Светиться она должна при помощи вот таких вот фонарей, которые загнаны по одной штуке на всю вот эту вот... Блин, я хочу посмотреть, как это выглядит. Прям хочется посмотреть, как это выглядит. Но чтобы посмотреть на это... А если вообще есть какое-нибудь подключение? То есть, автор сказал, что все это в итоге отключено. Хотя провод вот здесь вот идет, я вижу. Так, теперь осталось дело за малым. Надо найти, где это все отключено. Это, блядь, будет непросто на чужой фабрике попытаться найти, где перерезан провод. Ну, здесь вот его, например, нет. Но он в итоге куда-то таки уходит. А, вот и трансформатор. Сейчас мы снимем показания. Так, только мне надо... так, а у нас... А, я строить ничего не могу. Это мы сейчас изменим.
Хоп, и теперь я багу устроить, потому что я жулик и вор. Значит, отсюда у нас приходит все. Значит, отсюда у нас все приходит. А вот сюда уже не уходит, да? Не, здесь тоже есть. Здесь у нас электрика есть. А как же они соединяются друг с дружкой? А, фонарь-то подожди. На фонарь идет вот здесь. А, все, я понял, да. То есть сюда у нас заходит электрика. И дальше она через вот эту вот систему управления. Значит, она что, просто выключена здесь, что ли? Цвет зеленый еще вдобавок ко всему. Ночной режим выключен. Хорошо. Вот интересно, а если я... Да, я просто... Матерь божья. Курсорчик. Курсорчик едь назад. Я погорячился. Я был неправ. Курсорчик, пожалуйста, приедь к ночному режиму. Я все исправлю сейчас. Секунду. Фух. Так, надо отсюда вылететь. Мы дождемся ночи, потому что, судя по всему, это будет последнее, что я сниму. Когда вся эта штука заработает. Во-первых, это надо смотреть, видимо, издалека. Во-вторых, судя по тому, как у меня двигался курсор, FPS будет где-то примерно 0.2. То есть там даже, наверное, одного FPS не будет. Ну да, подождем ночи и посмотрим. Вот, я даже на всякий случай включил через консольку, есть команда StatFPS, кому, может быть, будет интересно, для того, чтобы можно было, так сказать, и воочию наблюдать, что там с этими FPS-ками случится. В данный момент у меня 27 FPS где-то примерно, настройки стоят на ультрах. Вот эта фабрика на ультрах вот в этом месте дает 27-28 FPS, ну, где-то 27, короче говоря. Есть подвигаться немножко, а нам на самом деле мало что меняется. Ну, там 26, 27, 28, где-то примерно вот так. Кстати, делюсь довольно забавным наблюдением. Смотрите, сейчас 27 FPS, включаем фоторежим, становится 46. А что поменялось? То есть изменился только интерфейс. То есть был интерфейс, нет интерфейса. Графика не поменялась, ничего не поменялось. Я вижу в этом некую загадку, что количество FPS в фоторежиме увеличивается в два раза. Кто может ее объяснить, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну что ж, башня таки включилась. Мы дождались ночи. Да, смотрится прикольно. И FPS вообще не поменялись. Как было где-то 50 в фоторежиме, так и осталось. Но если выключить фоторежим, то их опять становится 27. А если включить фоторежим, то их опять становится 50. И хочется узнать, какого хрена. Ну, сейчас мы подлетим поближе. Да, когда этот цвет все-таки начнет прорисовываться. И там ситуация станет немножечко похуже. 15 FPS в фоторежиме. 12 FPS в фоторежиме. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Пуск. Да, примерно вот так это выглядит. А если фоторежим вырубить? Если фоторежим вырубить, то, по-моему, стало еще... Ну, хотя сложно сказать, хуже стало или нет. Мне кажется, наверное, примерно 2 FPS, короче. 1.97. Не, 1.97. 2.36. Так, сейчас мы включим назад фоторежим, все равно как-то повеселее с ним. 2.80, ладно, давай попробуем теперь отдалиться. Сейчас посмотрим. Так, 3 FPS-ки, 4 FPS-ки, 5, 6, 7. Так, пошла жара. Сейчас через какое-то время у нас должна отключиться прорисовка света. 10 FPS-ок, 11, 12, 13. А если отвернуться?
А если отвернуться, вообще сразу 40 стало. Слушай, ну нормально. Не, башня по факту особо ни на что не влияет. Пока на нее не смотришь. Когда начинаешь смотреть, конечно, начинает влиять. Но и то, только до определенного момента. Когда отлетаешь на достаточное расстояние, сколько, 10 метров, то весь свет становится просто обычными пикселями определенного цвета, и все. То есть в данном случае зеленого. И какое бы то ни было влияние на производительность, это, походу, уже не оказывает. Ну, кроме вот этих вот прорисовок дополнительных объектов, когда я отлетаю. Короче, такие вот интересные дела. Особенно меня вот это вот и заинтересовало. То есть, реально, как бы в ПСке красная зона, желтая зона. В ПСке, ну хотя ладно, желтая зона тоже есть, но и зеленая есть. Правда, есть нюанс. В этом режиме невозможно ничего строить. Можно только летать по собственному заводу. Но, возможно, кто-нибудь возьмите на вооружение. Если у вас тормозит при перемещении по собственному заводу, попробуйте включить фоторежим. Возможно, у вас резко поднимется FPS, и вам станет гораздо проще по нему перемещаться. Хотя, казалось бы, вот что называется «век живи и век учись». Ну ладно, вот такой вот у нас получился заводик. Мы с вами дождались ночи, посмотрели на подсветку, посмотрели на сам Кремль. Короче говоря, выразить автору свое восхищение, презрение и любые другие эмоции можете в комментариях. Если хотите прислать свой заводик, фабрику на обзор, то присылайте. Есть соответствующий видос, там все написано. Как, чего, куда, зачем и почему. Ну и в следующей серии увидимся. У нас где-то еще, по-моему, 3 или 4 фабрики у меня есть в запасе. Может быть, даже 5, поэтому еще как минимум 5 серий будет. Спасибо за просмотр, если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить, только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.